Оценить качество покрытия пешеходных переходов, работу светофоров и видимость дорожных знаков для водителей вблизи школ, детских садов и спортивных объектов. С этой целью заместитель главы округа по благоустройству Денис Воловников осмотрел дорожную инфраструктуру вблизи социальных объектов в Химках. Сегодня мы проверили состояние пешеходного перехода возле школы номер 5. Пообщались с представителем школы, пообщались с детишками, которые переходят дорогу ежедневно. Здесь обучаются порядка 800 человек. В целом состояние удовлетворительное. Пару замечаний, которые мы устраним, и будет все в нормативе. В целом, по словам Дениса Воловникова, все пешеходные переходы вблизи социальных объектов в Химках уже прошли проверку качества. Их состояние на особом контроле. Все переходы соответствуют нормативам. Выявленные сотрудниками ГИБДД замечания оперативно исправляются. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.